Друзья, всем привет! Мы сегодня на Ниле пытаемся пройти миссию матерого рыбака. Ага, поймать от 35-60 килограмм рыбу. Ежедневник я прошел, но вот тут появилась проблемка. Я хотел ловить окуня нильского. Он показывает, вот даже сейчас я вам покажу, и разработчики, это больше к вам напрямую относится, от 4 до 60 килограмм на большого живца. Смотрим, ловится жемчужные воды, полноводный Нил. Полноводный Нил, я сейчас на нем. Берем, выбираем большой живец. Да. Еще раз смотрим. Окунь нильский. В какое время суток ловится? Где ты, окунь нильский? Утро, день, вечер. Ночью не ловится. У нас утро. Бросаем. И он не ловится на эту. Ну не ловится, понимаете? Почему вы тогда указываете, что она ловится, но она не ловится? Нигде. Я все обыскался. На всех локациях, где он ловится, он не ловится на эту наживку. Я прошу, чтобы вы исправили этот баг. Очень прошу. А мы с вами будем сейчас все-таки эту миссию проходить. Но, к сожалению, не на большого живца. В общем, будем пытаться ловить чем-то другим. Устраивайтесь поудобнее. Приятного просмотра. Не забывайте подписываться, поставить лайк, если видео понравилось. А мы начинаем ловить на вяленую рыбу. Ну что, друзья, в путь, в путь, в путь. Да, и я кое-что забыл. Я все-таки купил снасть. Теперь у меня удочка полностью 125-килограммовая. И сейчас посмотрим со всеми моими бонусами, прибонусами, что получится. Сколько выходит. А выходит у нас 140 килограмм. Замечательно. Все, все, я молчу. Играем, играем, играем. Приятного просмотра. Какие люди в Голливуде? Thank you.
Thank you.
В Голливуде. Thank you.
Thank you.
Дорогие друзья, наверное, на этом все. Мы столько ловили, и даже ни разу он не попался. О, как-то вот так вот. До новых встреч. Что-нибудь придумаем, не расстраивайтесь. Всем пока-пока.